Махачкала, Махаштагар, Садыжа, Ханкошт, магнитуда, вот фонс балла, эпицентр, вот Махачкала, и на вас фонс километр дартер, я арфта, спор километр. Анкошт это банкарту, и грожнама, зауджика, усарджитадар, Дагестан, школа, тауавгадар, ахурта, бон баурат той. Арзон фажынды дейшагай ниси и шуалдайдар Кавказы жағы зауджика унау концентра кушек Владислав Заашвили. В самом городе Махачкале, вот на высотных зданиях, ощущали около 5-6 баллов. Но это высотные здания. В низких, на низких этажах это порядка 3-4 балла. Вот так было в Махачкале. Потому что это 100 километров. Что касается города Владикавказа, это у нас мы находимся на расстоянии около 239 километров, по прямой около 240 километров. И на этом пути, естественно, сейсмические волны теряют энергию.